Подростки с метелками, лопатами, граблями, работающие на территории городского центра развития ребенка. Привычная для лета картина. Ежегодно сюда направляются дети, желающие заработать во время летних каникул. Сегодня здесь трудится четверо подростков. Говорят, работа несложная. Мы завозим песок в песочнице, убираем сорняки по территории, заносим продукты в столовую. Нам несложно выполнять эту работу. Деньги, заработанные здесь, я как бы отдам родителям, и мы вместе решим, что мы будем с ними делать. Я решила потратить один месяц для того, чтобы осуществить свою мечту. Я бы хотела очень купить себе электронную книгу, так как я очень люблю читать. В конце месяца нам за это заплатят деньги, и мы как бы сможем сделать то, что мы хотели. Территория детского сада очень большая, и более качественно ее убрать, они помогают. Помогают в оформлении детского сада, интерьера. Мальчики выполняют более сложную работу, возят песок, камни. А девочки поливают клумбы, выполняют работу, которая им более посильна. Это очень большая помощь нам. Еще 9 ребят работают в детской спортшколе и в районном военкомате. Специалисты отмечают, реализация данной программы позволяет приобщить детей к труду, помогает им получить профессиональные навыки. Несовершеннолетних граждан мы направляем на работу с облегченными условиями труда, то есть которые не требуют специальных профессиональных знаний и навыков. В основном эта работа связана с благоустройством, озеленением территории, игровых площадок, также выполнение работы на компьютере, подклейка и подшивка документов. В июле будет трудоустроено еще 9 юных каменчан. Желающих больше, отмечают в центре. Но объемы финансирования, выделенные на эти цели из государственной казны, не позволяют удовлетворить все заявки. Татьяна Сярова, Эвиарика Шпак, Первый Приднестровский.